народ, какая же здесь красотища, да. Мы едем от города Перми к городу Нижнему Тагилу. Не знаю, могу ошибаться, возможно, это уже предурали, то есть Уральские горы. Ну, очень красиво, то есть идут эти горочка вверх, горочка вниз. Не знаю, вот эти мохнатенькие горы, холмы, не знаю, как их назвать, да, которые вокруг получаются у нас. Они такие мягенькие, кажутся такими бархатными, прямо хочется потрогать. Вот мы спускались вниз. Сейчас будем подниматься вверх, правда, немножко как бы сбивает, раздражает эти техника, да, строительная техника, но это идет ремонты дорог, наверное, как без этого ты никак никуда не денешься, ремонты нужны, но все время идет ограничение скоростного режима, что неудобно. Все время нам следить, получается, за дорогой. Вот. Самое интересное, что идет ограничение скорости, а сзади вот ко мне прицепилась машина. Бобы, что я могу сделать? Придется ей терпеть. Я поеду с полагающейся скоростью, потому что всякие бывают хитрые штуки. После таких ограничений скоростных и ремонтных мест на дороге иногда стоят гаишники, которые подлавливают всех лопухов, не соблюдших этот вот самый полагающийся режим. Невозможно обойти вниманием вот эту этот вот грузовичок уже пытался не обогнать, потом не обогнал, чтобы укрепить край. Сильно отстал, сейчас вот опять обгоняет. Опять же вернемся, не знаю, надолго ли это будет. Смотрите, боков, что-то тут, я не знаю, это вот новое построено, но травка-то не растет, то есть, видимо, что-то откапывали, не знаю, что они тут делали, сливные каналы, наверное. Это могла быть спокойно четвертая стена какого-то цеха. Допустим, ладно, поедем дальше. Здесь ребята реально очень красивые. Какой-то втайне.